У него духовная сила не должен там сильно высохнуть. Тут ребенки от уворотов. Что надо вспомнить, как кнопки нахуй нажимать, блядь. Докладывай. Как раз есть время на трэше потренироваться, блядь. Тема, да? Шо? Да рецептик. Мана. У, сука, фир, блядь. У нас не бери хосты, не бери крита, да? Получается. Ну, док не пришел. Заберите мобика, пожалуйста, это что-нибудь спецды мне даст. И вот этого мобика, который бегает по коридору, типа первым надо убить. Да ебучий. Один еще. Блять, не станет еще. Сало, понял, блять. Это не привык к такому, блять. На, сука. Заебал он со своим салом, сука, этот петух. Блять, нет, чтоб 3 секунды сделали, 10, блять. Эфир, блять, еще 20 секунд. Где пукал? А, вот ты. Труп. А. Это мог быть. Моба. Блядь, я из пепели неприятно открыть тут по пятнахе, блядь. Ну вчера срез пух упал, слезакс. Огонь. Вторая уже. У да, Миши уже была. Мы Визакса в Хэме, это уже получается третий раз убили. Или четвертый. Третий. Плащ же, пухой, две пухи. Ну, плащ, две пухи. По-моему, что-то еще мы выбивали, блядь. Штаны, по-моему, блядь, или какую-то хуйню. Точника надо делать, блядь. Нахуя? То в рейдах нет шипы, нахуя. Ну, в десятке объективно нахуй не нужен. Ну, он и не помешает, он как бы нахуй не нужен, но он охуен. Лучше, блядь, взять два лока, блядь, и сову, нахуй, чем, блядь, ШП. Вот это если про йога, типа, только на йога. Да про любых боссов, блядь. Тут сейчас локи слишком дохуя вливают. Тут два хорошие заряженных лока дамажат за троих. Из РДДшников сейчас ебашит локи, маги, элем и сова, блядь, и все. ШП, блядь, по сравнению с ними, можно сказать, что не дамажит. Не знаю, когда оденусь, посмотрим. ХЗ. Насчет совы, по крайней мере. Сапай вот этого, блядь, звездочку.
А ты, волшебник, шипни, блядь, печеньку. Стань там левей. Так, я кулаки, да? Будем вот убивать вот этого пидора. Сапай. Шип... Иди шипуй, хорошо. А, ну поехали. По черепу поехали. Я кресты дам тогда. Сука, иди ты нахуй со своим салом, ублюдок, блядь. Конченый, сука, блядь. Поехали, звездочку, звездочку бей. Да ебать. Ну сейчас прям заебись. Два ханта, лох и мах. Типа, ну, выносить вообще изи можно. Не, вообще, ну, будет похилить. Два лока. Два лока, ебать. То есть это вообще, типа, ну... Можно за хил вообще не делать. Только это кот... Котов только нету на вас. Это вчера, ебать, там у нас... эти сова... когда я на ноге с этим шаманом выносил. Звездочку сап. Печеньку шип. Не спеши, волшебник, пускай он цапнет. Убивать будем черепок. Ну ладно, он стоит в ковре там. Давайте этого убить, который подошел. Или пироманта. Вон, поехали лучше по пироманту. Это овца там харкает или что? А, нет, другой. Не, он с контроля вышел, он в трапе стоял. Играйте по черепу. Алло, привет. Здорово. Брались уже? Да. Так-то да. Ну ладно. Да я только домой приехал. Убываю. Ну все, давайте. Удачи. Я хуею, блядь. Больно. Обновите там контроль, шепните. А чё там с Верчелой? Может, Женька надо было вернуть? Заебал, ебаное сало, вот, сука. Не, я ее сначала вроде пока в дисе. Ну, у меня этот лок скачан, если что, через батарейку, поэтому, блядь, нам типа ретрик, если что, не нужен. Ну, я в смысле не против, просто если он сейчас отвалится, то как бы Женька бы хорошо бы вернуть. Волшебник, кто еще с нами был? На месте Гавайя был нечаянно, допустим, на месте смекалки был Женек. А кто Верчела был? Рога-тога, а кто еще? Есть. Алло. Я ничего играю.
Не. Да завтра на работе буду поменяю. Ну я говорю, долг был. Допустим, вместо этого. Это то же самое все везде. Нечаянно вместо сметал. Плюс-минус. Отойду пока. А, стоп. Док, док, женек и нечаянно, ну да, три тела. Ну, точно, док. Да, слепой. Док же, все правильно, да. Ну как взять женька, если он уже убежал? Юрчел, ты что там, живой? Подай хоть знак там о том, что ты живой. Пишет, что зацепил шнур ноута, ноут упал. 5 минут кончилось. Ладно. Уже я зашел. Пойди. Погнали без него, пока дед Чарога идет. А, он встанет. Давай. Чё, кого? Блять, кого-нибудь. Офигенно, я считаю. Просто... Это что, это пацан сюда блинкнулся, да? Видите этого пацана? Просто... Нихуя в блинке. Я бы тоже хотел так блинкаться в Долоран. Нормально.
Так, Квейзер, ромбик, рога крест, хант, давай трусы, маг, печеньку. А где у кого? У стражи. Так, я тут. Вставай. Ресну ли тебе? Да, ресну. Или все? Да, нету. Ну, тогда жди, все бой. Дум. Мы уже упали, прибежали, батя разбавились. Бьем за дом. Да, блядь, батя позвонил. Сейчас мне подпиздил. Так, а где же этот паладин? Пропал без вести. За кого? Он говорит, что ноутбук сломал. Так, давайте это... Этот... Как что-то, даже не купишь писать? Трусики давайте. Ну, если не починить, да, писать. Так, этого приверженца кто-нибудь может законтролировать? Стану ему просто дайте, пока трусы добиваете, и все. Все, трусы добили, играйте по кресту. Руга отлетешь? Лемы снимай. Рудокопа, если есть, возьмите, выкопайте там, блядь. Волк чисто на избе не сидит. Зашел я вообще. Только непонятно, что комбо 2C теперь. Из-за Юрчела?
слетел. Что там, матрица плохого лада? Там с кликатора зашел. Всю рыбку переели, метки вам даже ставить не буду. В прошлый раз совершенно бесполезны были, даже мешали только. Нихуя не пойму, где иконка моего ебаного пета, блядь. А, вот он, блядь. А баква какая-то. Ага, блин. Так, не забываем рога тога косты сбивать, я тоже помогать буду. Если видишь артстайл, что совсем плохо и никто не сбил, жми свой стан. Твой стан тоже может сбить каст. Тарелка же сбивает каст. Нет. Стан. Тарелка дает сало. Все, давайте арчик. Все, все готовы. Да не бейте, пока, блядь, лужи нет. Срывается, срывается, ребят. Раскол отдал. Можете сальву по мне въебать. Волшебник. Я у Естока и Мелики.
Не бейтесь в этот спору. Просто, блядь, прямыми. Ретрик тебя касается. Дайте сальву по мне, блядь. Сейчас сорву опять, нахуй. У меня раскол на КД. Паладиныч, сальву поговая. Какой молодец вышел. Сальву дайте, пожалуйста. Два паладина, блядь. Я Аверну отдавал. А он в жопе по агрок, нахуя ему давать? Я второй иду, блядь. Ну потому что он выше срыва был с копией. Сейчас на полу не сдавайте, потому что сейчас будет Алем. Косты. Ты что? Поехали. На полу. В бокс внестись. Да, вот так хотя бы. Я чуть не достаю. Чуть-чуть проведи теперь. РДДшником Элема подведи. Ой, это что такое? А, это в глыбе. Да блять, какого хуя, сука? Мне показывают, что оно пропало, блять, уже. Я ж, блядь, ой, 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 почему не нас? Сбился, да блядь. Танти кучно в РДД. Срез, тоже сюда к нам выходи. Будешь, да, просто дальше выбегать налево, потому что мы так не добьем. Тут два ляма, конечно, я понимаю, но все равно. Докидывайте, блядь. Я буду отдельно стоять, я хилить не могу в лужу. Если что, мы её в лужу встанем. Бля, я по мане нахуй высох, блядь. Да все. О, это рога. У тебя такой же есть, да? Ну просто шляпа, уже второй раз шляпа какая-то падает. Палец дерьмо, а грудак с критом с духом. Дает неплохо СПД, возьму грудак по ролю. Остальное на кусок. Ни у кого нету руды, блядь, да, собирать руду? Там нужно сарани-то, блядь, 4 стака, блядь, въебать. А чё, ресните? Да не хотелось бы, конечно, блядь. Я этот, кольцо рольнул на ретрика. Аркадич у нас тоже такое кольцо себе забрал, блядь. Ну хули 213-е хуже, блядь. Нет, это хорошее кольцо, но там нормально дает статуф. Арстайл, рейс не арстайл. Да я возвращаюсь, что-то. Думал, ты встанешь. Порт сразу же в эту хрень. А, ну да, там же порт я забыл. Да. Рейс. Йог простой, шо пиздец.
Короче, я вафлика спекаюсь. А чё, пошёл я тогда всех запущу, да? Будем же в обичке бить. Ну да. А, блядь, куда я пошёл? Порт-то у вас. Красавчик. У нас такой пати сильно, но с меткости нету, да, РДД, блядь. Так, или креста нет, или хосты тоже нет. ХМ шмотку нахуй распылили, блядь. Ебать, ору. Так, конечно, у меч у Роги уже есть, он никому больше, кроме Роги, не нужен. Этот быстрый меч, что ли? Угу. А, ну шляпа у меня ничего. Не повезло. Вот такой, который 2.6, у меня такой на варе есть, на танка, блядь. Он охуенный меткость, мастерство дает. Аверн, дай столик, а? Та рыба стоит. Чтобы резать потом. Защити покров зимы! У меня уже достаточно таких предметов. Я бы такой, честно говоря, хотел еще око 25-ку сходить. Ну так понимаешь, что тут, блядь, людей у нас нету нихуя туда идти, да? А что ты там, шею хочешь? Не, сапоги хочу наваром. Они арвы много дают очень. Они редко падают еще. Ну, если не ходить, так они не упадут никогда. Понятно. Они дают и силы, в принципе, нормально, там много, можно даже сказать, 88. И 84 пробивания, это дохуя. Залутать эти сапоги, залутать металлку. И что-то, блядь, я еще одну какую-то шмотку хотел, блядь. А, плечи, блядь. Док уже собрал и то, по-моему, да? Да, ну, не знаю насчет металлки, блядь, но у меня там 4 вот куска, там, все собрано. В этом, когда я выпала? Ну, у нас она ни разу не падала. Я себе выбил, блядь, винтовку эту, которая с роботом на этом КД. Но металлки не было. Я говорю, док полутал. Спину я уже залутал эту охуенную с двумя сокетами, блядь. Красава. Получается, металлка нужна. Топор хочу 219 отсюда. Лофхэнд сюда. Двое 7. Топор? Ну. Он 2.6. Да как? Вот как, да вот так. А, бля, точняк, что-то обман какой-то. А что 2.7? Дробя. А, это с Хэйми Дробяхи, ну да, конечно. Ну что вы там? Все понял. Да погнали, че. У меня единственное, что нету лапы и инты. А так, я готов. Спасибо. Как бегать будем? Так как по кругу, блядь. По кругу. Почти. РДДшников дохуя, все, блядь, РДДшниками все запиздим. Мы по 25% круга смещались, типа, блядь. Паладиныч, наебни там кулаки, блядь. Пока. Вон Хант написал. Паладиныч. Ханту кулак нужен, как бы. Ебать, у меня лычки, нахуй, я хуею, блядь. Сколько звезд? Да, блядь, просто, блядь, стрела, нахуй, ебать, 20-ху критует. Я в Африке, как бы, блядь. Я думал, что лычки это погода, нет? А ты про них? Порча по 7000 бьет. Понимаю, нахуй. Пета, блядь, только не того вызвал. Чего я уже, блядь, бежали для лужи еще миллиард лет. Окей. Лучше так бегать, блядь, чем их активировать. Конечно, блядь. Кстати, одну можно активировать, я так смотрел. Да не, не надо. Мы вчера, блядь, все четко сделали, блядь, без наступания. Да вот, братан, подороже. Так, кто у нас бегает? Бегает у нас. У нас я бегаю. Рога Тога, Паладинич. Да ты за комнату? Да. И походу, какой молодец. Настолько мало милик. Ну, вчера ходили в комнату в десятке Вар, Ретрик, Сова и ДЦ.
Юрчела, ты в курсе, куда бежать? Напиши плюс. Если не в курсе, минус. А, окей. Все, огонь. Там главное, это, не смотришь на этот, на фиолетовые лучи, короче. Пошли, 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 проходим тут. Саня, Саня, картошки пожарить? Мне пожарьте картошки, блядь. Чуть не понял, что-то мы долго как-то бьем. Ну, недолго бьем, мобы просто, блядь, появляются медленно, блядь. Это последний? Меня забагалось, да, это последний. Ну все. Большой бьем РДД, милики, не подходите туда. Аверн, помогай эти проклятия диспелить. Так ты можешь очищение въебать. А не проклятие не диспелить никак. Очищение стоит, если что. Прям в этом, в морде йога. Щупальца там с другой стороны. Справа. Ой, сука, меня попало, блядь, замедление. Продиспельте, блядь, эту хуйню. Под яфликом, нахуй, 2 месяца не заходил не играть. Я уже забыл, нахуй, как кнопки жать, ёбаный рот, блядь. Щупальца, он сзади, сзади арстайл. Рога, Тога, ты где там? Тебя похилить как вообще? Да его щупальца схватило. Большую играем, РДД. Так, внутрь заходим, Рога, Тога и Паладиныч, и какой молодец. С хуйнёй сюда красной сбегитесь. Мне сейчас кто-то в ПМ написал, какой-то Сидора. От черепка отошли. Сука, он так бесконечно перекидываться будет. Верни. Сбегаемся. Что долго бьете? Мы вчера комнаты за 3, за 4 перевели, не быстро тоже, блядь. Последний удар пробивает. От черепка. Внутрь, внутрь. Внутрь бьем. Подойди, Слава. Это чё? Это вот... Это взгляд без ульца. Вот чё, ДБМ нет, уж минута дается. У меня им забагался ДБМ. Не показывал бля, ничего. Надо было говорить. Давай я в комнату пойду. Давай я походу в комнату. Какой молодец. Тогда не кильте ничего, блядь. Просто к щупальце к большой бегите, все сдохнем. Быстрее будет, блядь. Смотри, Паладиныч... Ну, он там, во-первых, одет хуёво, что зачем ты его в комнату поставил? Рога тоже, ну, блядь. Давай в комнату пойдем. Два ханта, я и ты срез. Рога всегда с нами ходил, нормально он бьёт лучше. Ну, РДДшником покруче там будет. На ходу просто будем бежать, блядь, ханты. Ладно, пофигу. Пошли два ханта и лок, пофигу. Просто наверху там помощнее будет, чтобы РДДшники были, а не мильки. Там можно щупальца там... закидать, он волшебника, хватит и лока, блять. Тут щупальца, вы когда щупальца убили быстро, у нас они в стане, и милики идут большой бить, и все. Ник он мне не нравится, Сидор, почти как пидор. Хз. Попросился в кильте. Может, а это Манай? Может быть. Судя по нику, похоже. Его не Владик случайно зовут? Он? Не Владик он представился? Не знаю, он не представил. Драль. А как он одет, блядь? Ладно, проще через shift посмотреть. А, не проще, блядь. Сидор, 215. Ну пойдет. Так, кушать рыбу.
сложно. Вроде написал по-русски. Паладинич, давай не спи, блядь. Кулаки хуярь. Надо по паладину дать по себе, по роге, по ханту. И все, смотришь по трем целям. Не задерживай.